такой вот старой марки Mercedes. Рядом с вот этой красоткой стоит. Мне кажется, эта машина призвана женского пола. Не могу представить, что она была бы мужчиной. Такая маленькая, стильная, яркая. А рядом вот видим такой, скажем, ретро-мерседес вот с такой широкой мордой. И еще один похож на него, только рыжий. Ну, таких здесь много. Серый плюс-минус той же эпохи. А вот это тоже Мерседес, но гораздо более старый. Смотрите, какая стильная морда. Господи, сколько стоит, интересно, что такие машины. Это же настоящее состояние иметь такую машину. Мне кажется, если продать ее, можно очень большие деньги поиметь. С вот такой вот крышей, кожаным салоном. Кожаный салон, видно, что тех времен не переделывали. Шикарное качество. Низкая, спортивная. И вот следующая за ней идет еще один Мерседес, тоже довольно раритетный. Но, в принципе, уже более поздней эпохи. Но я думаю, даже такая марка сейчас стоит дорого. И вот, кстати, вот эти машины, на них смотришь, и видно прям качество металла, качество кузова. Оно не совсем, совсем не такое, как вот в наши времена. То есть у нас сейчас, конечно, хлипкие вот эти кузовы. Машина.